Теряет равновесие, твое сознание устало, когда ступеньки эта лестница уходит из-под ног, как палуба, когда плюет на человечество твое ночное одиночество. Ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идей, гипотез, восприятия произведений искусства и, кстати, самого зачатия Мадонны, сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом за давностью покажутся такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом до странности покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо честными, удерживающими в равновесии твои хромающие.